Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустен, и я продолжаю прохождение от Mario Game. Короче, в прошлой серии мы начали проходить Special World, а теперь мы поехали дальше. О, закал плату, поехали. Че это за уровень? Вау, красиво выглядит. А? Нинджа? А? Нинджа? А ну-ка стоять. О, это Чак, который с бейсболами кидается в меня, да? Обычно, только они графики немножко по-другому сделали. Так, я даже сам не знаю, мне надо здесь в Special World тоже обязательно все DF монеты собирать или не надо. Ах ты, скотина. Ладно, а, тут опять такая фишка, которую можно по веткам полезть и тут. Ну-ка, убьем его. А, я хочу его убить как-нибудь. Только здесь еще эти Monty Mouse тут. Да что такое? Ладно, сделаем вот так. А! Блин, а, не мешай. Ну-ка. Так, здесь ничего нет, окей. Тогда будем здесь лазить. По веткам, блин. Тогда здесь полезем сюда. А, что? Не на всех ветках я могу лазить, а почему так? Откуда знают люди, на какую ветку можно лезть, а на какую нет? Это что, мне надо самому гадать, что ли? Ну-ка, кончай уже кидать. Вот так сделать. А, черт с тобой, блин. Да пошли. Давай сделаем вот так и все. И сюда вниз. Так. Здесь что-то есть интересное. Ага, еще Чак. Нинджа Чак. А, ладно. Это что, лес нинджи? А, так. Так, ну-ка. Сюда. Дальше. Уй-уй-уй-уй-уй. Бегом. Сюда. Отвали. Отвали, придур. Вот так, сюда теперь. Еще один. Уил. А ну-ка. Хватит расстояния, хватит. Уйди. Так. Эта труба, по-моему, можно как-то зайти туда, да? А как до него достать, до этого козла? Вот. Окей, все ясно. Здесь мы получим монету. Угу. Почему деревья розовые? Вот так сделаем. Вот так. А ну-ка, придурок, сдохни уже наконец-то. Туп. Так, теперь дальше. Чекпоинт. Уже что-то есть. Прогресс. Так. Так, теперь надо как-то этого козла тут убрать, потому что там что-то в боках, что-то есть, да? Цветок, например. А то я уже хотел орать, думаю, чё, я только придурка этого убил, чтобы пару монеток забрать и все, что ли? Оказывается, мы получили еще и цветок. Уиу. Так. А, теперь мне надо до него дойти. Конечно. Ладно, сюда. И дальше. А, так, тут мне надо... Блоки бить! А, да пошёл ты в жопу! А ну-ка, не мешай мне тут. Дай ко мне вот эти блоки поубивать блоки, конечно. Пошел в жопу. А так, сюда, наверх, сюда. Конечно, блин, я же убил тебя. Какого хрена ты опять ожил? Ладно, сюда, наверх, быстрее. Да сколько вас тут еще, эти... Нинджа-звезды! Да пошли вы в задницу, блин! Просто вниз и все. Я хочу наконец-то закончить этот уровень! А, здесь проблемы с Sprite Limitations! А ну-ка, придурок! Отвали от меня! Я хочу наверх пойти! Что здесь? Конечно, смерть меня ждет, как и везде! Сюда вниз. Так, монету мы забрали все подряд. Так, теперь дальше. Теперь только оставайся до финиша дойти. Хотя я думаю, что финиш еще далеко, да?
если они точно в Call of Duty наигрались, а тут... Так? Потому что их тут целая куча. Вот так. О, хоть мы прошли этот... Банзай, right? Нет! Банзай. Автоскроу еще тут. Молодцы. Молодцы, парни. Автоскроу. Я теперь на Банзае могу стоять тут. Окей. Это как платформа, что ли, такая? Вот так! Да блин, а как так можно пережить, а? Такое вообще нельзя переживать. Да ё-моё, я хочу монету взять. Сюда вниз идти. А ну-ка давай ко мне панцирь с собой. Хоть у меня оружие какое-то есть. Было оружие. Было оружие и пропало. Было. Было у меня оружие. Но меня отняли ее. О боже мой. Сейчас тут еще кто-то стрельнет, да? Вот. Сюда, сюда, сюда. Фу-фу. Так, может быть этот не такой длинный уровень, а? Что можно пройти его как-нибудь. Ну, хотя бы чтобы по 4, по 5 уровней сейчас мог пройти в этой серии. О! Ну конечно, с такими скиллами, которые у меня сейчас есть, с ними только мы будем самое больше 3 уровня проходить и все, да? Ну, автоскролл закончился. Чё я сказал, автоскролл закончился. Конечно, закончился. Тут теперь их двое даже? Это значит, еще сложнее, что ли, станет тут? Окей! Ладно. Но я думаю, что это... Special Guard сделаны так, как... Блин! Это чё? Стой! Вот так сделаем. Я хотел сказать, что как будто из... со всех миров, в котором мы играли, что какой-то из них уровни добавили сюда в Special World, да? И, ну, конечно, усложнили, там, поменяли полностью, ну, примерно... Потому что облака были уже, вода была уже... Гравитачная вода! Тихо! Сюда, сюда! Что?! Так, откуда эта музыка? Я даже сам не знаю. Конечно, есть на YouTube саундтреки от ромхака. Ну блин, я все не запоминаю, хотя мне уже присылал парень ВКонтакте видеоролик, где там были все саундтреки от этого ромхака. Черт. Блин. Да блин, черепаха. Ты что, меня хочешь еще уничтожить тут возле финиша? Давай мне уже финиш, блин. Я хочу выйти с этого уровня. Все. Банзай. Так. Scavers, Scavers. Что это за уровень? Ну конечно. Такой уже был уровень. Вау. Конечно. Кто бы знал, что здесь Layer 2 Smash. Такое уже было. Это в мире ужасов, да? Только вода была красная, а тут она синяя вода. Так, только я не знаю, откуда это. Музыка. О, вот это мне давай. Вот это мне давай. Давай, давай сюда ее. Так. Ага. Конечно. Тут только проблема снова, какая труба настоящая, какая... Нет. Да пошёл ты в задницу. Думаю, ты такой умный, что ты умеешь с бейсболами кидать, да? А ты знаешь, я с твоими друзьями боролся, которые... У них не было бейсбола, и у них были ниндзя-звезды. В прошлой серии, да, было это? Тихо. А, я хочу этого убить, придурка тут. Ох, мне надо на него, скотина. Он у
меня костюм отнял. Это типа хранты, мне пофигу на грим. Я хочу просто тебе отомстить. Взял и костюм у меня отнял. Какой-то дебил. Что? Как мне это делать? Погоди, это Кайза, что ли? Это Кайза. Тут тайминги надо. Блин, а! Я даже и не замечал, что здесь дальше идет след 2. Я думаю, это уже все. Ладно. Уи! Тихо. Уи! Да блин! Я хочу сюда прыгнуть наверх, конечно. И упасть снова вниз. Вот так. А, тут они теперь быстро. А, я уже давно когда-то играл в Кайзу Хаки. Надо как-то взяться и пройти Кайзу Марио Вольт 3. Ладно, сюда встанем, блин, а! Ну не в шипы же, ведь, блин, а! Чё я сделал? Зачем я не сохранился, когда я прошел это место дурацкое? Тут надо каждый пару секунд сохраняться тут. Так, откуда огоньки были? От тебя, что ли? Да как? Вот так, что ли? Да блин, тут еще и это... Блин, а... Ладно, сделаем вот так как-нибудь. Пробуем вот так. Чтоб она еще не успела кинуть. Блин, это вообще Кайзу какой-то. Вот так. Ух, заходим сюда в трубу. Так, и тут я по-любому уже пропустил все монеты, которые можно собрать было, да? Так, это чё? А, здесь она точно так же падает все вниз. А как мне это? А? Погоди. Да погоди ты. Да блин, да что ж ты будешь делать тут, а? Да погоди, у меня есть идея. Что? Как мне эту монету взять? Эй, разработчик, ты придумал что-нибудь? Ты думаешь своей башкой? Когда ты делаешь этот уровень? Пошла она в жопу, эта монета. Если я не знаю, как забрать ее, тогда и не будем ее собирать нахрен. Мы добрались уже. Ладно. Тогда не все ясно. Вот так, оказывается, надо это делать. Окей, только мне надо как-то успеть еще выпрыгнуть. Окей. Тогда все ясно. Тогда разработчик придумал трешак, как забрать эту монету. Вот так, берем ее. Гриб с собой. А то я думал, а как он тут придумал? Я думал, что на какой-то шип можно встать. Ты хитрый, твоя ж мать, не хай тут. Такой трешак здесь, а! Как тут можно такое вообще играть, а? Вот так сохраняемся. Тогда будем вот так делать. Да мне насрать на этот гриб, блин, тут. Потому что маленьким тут, наверное, по-любому лучше проходить, да, чем большим быть. Ух ты! Ну что я делаю? Блин, теперь мне вот эту хрень все проходить по-новому надо. Потому что я дурак, неправильно сохраняюсь тут. Давай, давай, прыгай, прыгай. Стой. Стой, сказал. Не делай глупости, водопроводчик ты. Зачем я согласился пройти спешу, блядь?
Думал, о, 100%, сделаем 100%, сделаем. Вот так. Да нет, ромхак хороший. Хороший ромхак. Мне нравится он. Только то, что мне не нравится, это то, что мне обязательно надо везде все эти дурацкие монеты собирать, чтобы только попасть в этот Special World. А тут что надо делать? А, вот так. Так, когда уже уровень закончится тут, а? То хватит уже, наверное. Так. Так, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А, вот последняя монета. Твою ж дивизию. Так, ладно. Ладно. Будем вот так делать. Как тут? Вот так. Сюда. Молодец. Давай выходи с этого... С этой дурацкой фабрики или что это было. Конечно, выходи. Конечно, выходи, подлый трус. А, наконец-то. Так, один еще успеем пройти. Swamp Rush. О, пустыня. Пустыня обратно тут. Swamp Rush. У-ху-ху-ху-ху. Таких не было. Таких не было еще в ромхаке. Что? А как это? А, значит, светлые свампы, они не настоящие, только темные мои враги, да? А светлые свампы, они просто статуи, они поменяли их, а то были в пустынном мире как-то статуи динозаврика, что ли, а тут они сделали, чтобы свомп были. Ладно, ладно. Так, там снизу у нас смерть идет. Тут еще и маленький. Свимп. Вау. Вау. Так. Посмотрим, может быть, такие тоже есть свомпы. А, тут по-любому, наверное, еще босс свомпа будет, да? Который уже был в этом ромхаке. Только в каком он мире был? Кажется, в седьмом мире был он, да? Да ё-моё, я же делаю спинджамп. Ладно, будем становиться на блок, от блока тогда спинджамп. Если он сразу не хочет делать, тогда вот так. Это мне пробежать надо. Так, это стандартные свампы. Надо смотреть, что они умеют делать. Ё-моё, тут все дрожит. Это Кайзо. Это Кайзо, друзья. Блин, да как? Тогда вот так надо, что ли? Тут на уголок становиться. Как в Кайзо 2 мы делали уже, да? Когда уже проходили его. Уй-уй-уй-уй-уй. Только мы давно уже играли в Кайзо 2, да? А в Кайзо 3 мы так и начали... Так и не начинали проходить. Уиу. Да потому что у меня столько проектов, что даже не знаю, что проходить дальше, потому что мне столько игр люди предлагают пройти, что даже вообще не знаю, как, что точно мне захочется играть из них. Так, мы куда-то здесь зашли, в пирамиду, что ли? Так, ага. Значит, я хочу здесь пойти дальше. Блин, а! Тогда ладно, будем понизу бежать. Уф ты! Вот так. Некоторые быстрые, некоторые нормально падают. Так как? Я же бегу! Ладно, стоять. Бежим. Сейчас. Блин, дай-ка мне тут выбраться из этого места. Так, это как идет? А, нормально, окей. Так, сюда, давай.
Так. Это быстро. Это нормально. Так, чекпоинт. Так. Теперь игра разработчика, да? Идти наверх, чтобы забрать там последнюю монету DF. Тут еще и у нас спрятана. Ну, мы видели ее, так что как будто она собрана уже. Хотя я думаю, что... А? Как бы ее забрать, эту луну? Да мне насрать на эту луну. У меня все равно 37 жизни есть. Зачем она? Мне нужна эта луна проклятая. А! Вот так сделаю. Погоди. Погоди. Погоди, тут сверху что-то есть. Жизнь. За одной жизнью я сюда пришел. Зачем она мне нужна? Ну да. Подумайте, если бы играл бы... Вот представляете, если бы играл бы без сейфов, да? Я за это время не бы здесь потратил бы... 10 жизней, да? А потом сюда пойти, чтобы только одну забрать. Вот какой смысл есть эту жизнь собирать, которую я забрал был? Здесь мне надо бежать. Я знаю, что это мне с разгона надо делать. Только он иногда не хочет прыгать тут. Да уж почему он не прыгает иногда? Да что такое? Чем мне серьезно слоуданс использовать надо? Твою что везде? Разработчик, ты что накурился, чтобы такое сотворить, блин, а? А что я делаю? Нахрена я хотел слот переставить сейфов? Ладно, ладно. Так. Вот так. Вот. Так сделаем. Ай, ё-моё. Ой, сюда. Вот так. Так. Да блин, я же делаю спинджамп на тебя, дурак. Так. Ой-о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 й. Конечно, еще финиш меня убьет. Да блин! Как такое можно проходить без сейфов? Ого, мы прошли как-нибудь, блин. Трэш. Кайзу. Это точно была Кайзу, где мне точно надо прыгать. Мольменту. Нет, моль. Нет, не хочу я уже. Хватит, хватит, я устал. Давайте до следующего раза.